Здравствуйте. Сегодня разговор по существу о документе, который с 1 января 2013 года вступил в силу. Это федеральный закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации. Документ запрещает въезд и определяет арест активов граждан США, причастных к нарушению прав человека или преступлениям против граждан России. Закон получил известность как запрещающий гражданам США усыновлять российских детей-сирот. Еще он позиционируется как российский ответ на принятый незадолго до этого в США закон Магнитского. Сегодня об этом мы будем говорить с членом фракции «Единая Россия» в Государственном совете Чувашии Николаем Николаевым. Николай Станиславович, здравствуйте. Добрый день. Николай Станиславович, вы, конечно, поддерживаете этот закон. Да, конечно, я поддерживаю этот закон и могу мотивированно объяснить свою точку зрения. Если посмотреть данные официальной статистики, то приблизительно только 10% детей, которые усыновляются гражданами Соединенных Штатов Америки, это дети-инвалиды, остальные здоровые дети. Вторая страна, которая усыновляет по количеству вот наших детей, это Италия. А там и того меньше 5%. В Испании это приблизительно 3,5%. То есть получается так, что в основном усыновляются здоровые дети, которые могли бы, мне кажется, полноценно найти семью здесь у нас внутри страны. И граждан, семей, которые хотят это сделать, достаточно много. То есть говорите о том, что не запрещаете американцам усыновлять наших детей, потому что они усыновляют инвалидов, это неправильно. Ну, это неправильно. Да, конечно, этот вопрос многими там в угоду каких-то политических соображений утрируется. А на самом деле все обстоит гораздо проще, прозаичнее. И мы прекрасно знаем, и сейчас это становится достоянием общественности, сколько, скажем так, бюрократических препонов, да, даже по возможности усыновления нашими российскими семьями, и как пользуются приоритетом иностранные граждане, когда получают этих детей. Конечно, с этим нужно разбираться. И то, что этот вопрос решится наконец-то, это показывает степень зрелости нашего общества. Давно надо было этим заниматься, но раз и политические, экономические, и социальные условия, скажем так, в России на сегодняшний день созрели, то я думаю, что вот та мера, которая принята, и дети, которые будут усыновляться российскими семьями, это великолепная возможность, ну, и в целом поднять патриотический дух наших людей. Но и вместе с тем, конечно же, мне кажется, самому ребенку будет гораздо проще адаптироваться в российской семье, нежели в американской. Вот, ну, давайте представим ситуацию. Ребенок приезжает, да, ему 5, 6, 7, 8 лет. Языка ничего это не совершенно знает, другая, да, языковая среда, да, совершенно другая культура, другое отношение. И те случаи, о которых мы знаем, ну, это же просто вопиющие случаи. Ну, а если от ребенка отказывается от американской семьи, а дальше куда они идут? В те резервации, где они находятся, то, что было показано в средствах массовой информации, это на самом деле ужасно. Николай Станиславович, вот насколько я читала, закон был принят практически единогласно. Там 15 против, один воздержался, да? И в таком случае правительство России просто обязано принять очень много мер для того, чтобы помочь российским родителям-усыновителям как бы дойти до ребенка как можно короче, чтобы этот путь был. Конечно. Да? В первую очередь должны быть сняты бюрократические барьеры, сокращены сроки рассмотрения многих справок, заявок. Да? Потом это, безусловно, меры социально-экономической поддержки, в том числе повышение заработной платы тем работникам, которые работают в детских домах, там, в школах, интернатах. В-третьих, это приоритетная возможность получения высшего образования, да, медицинской помощи, высокотехнологичной, чтобы эти дети не стояли в очередях. Ну и, конечно же, в последующем возможно обеспечение, так сказать, жильем. То есть все дети-сироты в 100% случаях должны получить соответствующее жилье, квартиры и быть социально адаптированными. Вот что очень важно. То есть одно дело запретить, а другое дело сделать все возможное, чтобы наши смысл здесь ведь не запретить, конечно, да. А смысл искоренить эту болезнь, потому что усыновление детей иностранными гражданами – это некий такой социальный фактор развития общества. И если мы сможем это сделать собственными силами, если наши дети будут внутри страны счастливы, это как раз будет показывать нашу зрелость, нашу социальную ответственность перед этим недугом, который на сегодняшний день, к сожалению, пока еще есть. Угу. Это болезнь, и любую болезнь нужно лечить. И она поддается лечению. Спасибо большое, Николай Станиславович. Напомню, что сегодня о федеральном законе, который получил известность как закон Магнитского, мы говорили с депутатом Государственного совета Чувашии Николаем Николаевым. До свидания.